Перед началом просмотра прошу поставить лайк и подписаться на канал. Легендарный советский штангист, олимпийский чемпион и обладатель нескольких десятков мировых рекордов Юрий Власов умер в возрасте 86 лет. О смерти спортсмена сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России, ФТАР, Александр Кишкин. Юрий Власов выиграл золото Олимпийских игр в 1960 году. Через 4 года он завоевал серебро, уступив Леониду Жаботинскому. Также на счету Власова 4 золотые медали чемпионатов мира и 6 побед на континентальных первенствах. Власов совершил серьезный прорыв в развитии тяжелой атлетики. За карьеру он 31 раз устанавливал мировые рекорды и 41 раз – рекорды СССР. Сегодня утром на 86-м году жизни ушел из жизни легенда советского спорта, олимпийский чемпион, писатель Юрий Петрович Власов. Первый человек на планете Земля, поднявший более 2 центнеров с помоста над головой. Великий, сильный и светлый был человек. Родился в Макеевке, Донецкая область. Отец, Петр Парфенович Власов, Владимиров, 1905-1953. Разведчик, журналист и дипломат, специалист по Китаю. Мать, Мария Даниловна, родилась на Кубани, заведующая библиотекой, умерла в 1987 году. С отличием окончил Саратовское Суворовское военное училище, 1953, и Военно-воздушную инженерную академию имени Н.Е. Жуковского в Москве, 1959. По окончании академии получил звание старший лейтенант, специальность инженер по авиационной радиосвязи. Удивительный факт, но Власов являлся кумиром знаменитого Арнольда Шварценеггера. Арнольд рассказывал, что Юрий Власов его вдохновил стать таким же. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии.